не вы меня избрали, а я вас избрал. И поставил, чтобы вы шли и приносили плод. Что значит приносили? Мы что-то должны еще и приносить. Мы что-то должны что-то делать. И вы знаете, самое интересное, Бог, Он вложил в нас эту плодоносность. Каждый из нас является тем семенем, которое должно умереть и быть плодоносным. Если семя не умрет, то останется одно. Если я не умру, я останусь один. Вы знаете, в семейной жизни, в любых отношениях нам надо умереть. Если я не умру, то я останусь один. Вы знаете, дружба – это всегда жертвенность. Иисус называет их друзьями, потому что Он рассказал им все. Он говорит, что я отдаю свою жизнь за вас. Вы друзья мои. Он говорит, если исполняете то же самое. Оказывается, что-то мы должны еще и сделать. В нашей жизни должно что-то произойти, какие-то перемены. Сегодня мы будем праздновать причастие. Я должен проповедовать проповедь причастия, но я хочу проповедовать нечто подходящее под причастие, приводящее нас к причастию. Смотрите внимательно. Давайте прочтем. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, чтобы плод ваш пребывал». Есть тот плод, который пребывает. Скажи, пребывать будет в вечности только один плод. Это мой брат или сестра, мой близкий, мой тот, который будет со мной всю вечность. Посвятил ли ты свою жизнь ради Него? Плод ваш пребывал. Бог вложил в тебя спасительное семя, и Он сказал, ты можешь что-то сделать. Ты можешь спасать людей. Ты можешь делать. Я избрал тебя, чтобы ты шел и приносил плод. И плод твой пребывал. Раньше я думал о винограде. Потому что там раньше говорилось о винограде. Но тут не говорится о винограде, тут говорится о плодах его. Есть один плод, который он соберет. И Библия говорит, это плод, это мы, души каждого из нас. Мы спасаемся, веруя в Иисуса Христа. И что такое спасение для каждого из нас? Вы знаете, не болеть – это не спасение. Быть счастливым и богатым – это тоже не спасение. Можно быть бедным и счастливым, но быть спасенным. Спасение – это нечто еще другое. Это то, что Бог хочет дать тебе. Это жизнь в Его Слове. Смотрите, Он избрал нас. «Дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, то дал вам». Это ремарочка такая. Бог даст тебе все, что тебе нужно для жизни и благочестия. И больше того. В чем ты нуждаешься? В здоровье Он даст тебе. В деньгах Он даст тебе. Он даст все, в чем ты нуждаешься. Он вложил в тебя самое основное, самое главное, самое дорогостоящее, что у Него было. Он вложил в тебя свое семя. Скажи, я имею и ношу это семя. Но семя, оно должно умереть. Оно должно умереть для того, чтобы быть плодоносным. И давайте откроем исход. И начнем читать. О, интересно, да? Был случай. Казни египетские прошли. Все уже прошло. И они уже идут в пустыне со своим скотом, со своими детьми, со своим багажом, золотом, серебром, которое они просто отобрали у египтян. И они идут. Они уже подошли к пустыне. Сзади армия фараона, впереди море. Вы знаете, часто мы приходим к такому состоянию, что мы не осознаем, что нам делать дальше, и мы не понимаем, что нам делать дальше.
Я хочу натолкнуть вас на некое слово, которое Бог хочет сказать церкви сегодня, что нам делать. Потому что некоторые становятся в такое положение. Я вроде бы и благословен уже. Я вроде что-то и получил, и принял от Бога, но за мной гонится целая армия. Что-то не так. Дьявол желает тебя поглотить. Грех, он царствует в тебе, воюет с тобой. Он пытается тебя одолеть. И некоторые мысли, которые восстают в тебе, ты думаешь, все, конец мне. Страхи приходят. Сомнения и недовольство. Посмотрите, это приходит каждому человеку. Моисей говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они собрались и расположились станом перед таким-то местом, между морем, напротив поставьте стан, напротив его поставьте стан у моря. Что? Глава 14, исход. И скажет фараон о сынах Израилевых, они заблудились в земле сей, заперла их пустыня. Вы знаете, что мир говорит о верующих? О, они себя довели до определенного состояния. Они неправы. Они... Вы знаете, мир говорит о верующих для того, чтобы их задеть, чтобы уничтожить их. И вы знаете, и мы когда-то были такими, мы смотрим и говорим, почему они вышли, почему они довели себя до такого состояния, что и вроде бы у них все есть, они богаты, но ничем не могут воспользоваться, они у пустыни. Я хочу о чем-то с вами говорить. Вы знаете, для чего они взяли это золото? Для чего они взяли серебро? Чтобы строить скинию. Чтобы строить дом Божий. Чтобы быть обогащенным. Чтобы быть богатым на всякое доброе дело приготовленным. Но они все это несли, и они... Им было тяжело. Вы знаете, часто мы несем служение, определенное служение, мы делаем определенные вещи, и нам тяжело. И сзади еще гонится фараон. Наш страх, наша боязнь, которая есть. Я не говорю о том, что у вас есть страхи там перед тем, что кто-то умрет или кто-то что-то сделает не так. Я вам хочу сказать о банальных страхах, которые есть внутри. А если у меня не получится, если у меня не выйдет, если то, что я начал делать, оно не состоится. Страх, который тебя мучает и терзает всю жизнь. У Петра был страх, когда он шел по воде. Он испугался волн. О, послушайте, он мог с закрытыми глазами идти к Иисусу. Только на его голос. Не из-за того, что у него открыты глаза, и не из-за того, что он видел эти проблемы. У него был страх внутри. И цель, что Бог хочет избавить меня, Он хочет избавить меня от тех страхов, которых я имею. Почему Он их ведет в пустыню? Почему Он ведет их тем путем, которое должны они пройти. Вы знаете, они подошли к этому морю и стали, и ожидают чего-то. И они говорят Моисею, Моисей, что в Египте нет гробов? Чтобы мы здесь погибли? Почему у нас происходит вот это? Почему с нами происходит вот это? И вы знаете, Моисей даже сам засомневался, у него появился страх. И он говорит, Боже, что мне делать? Я хочу прочесть с вами и натолкнуть вас, что нам делать в тот момент, когда появляется страх. Вы знаете, я только что прочитал вам это в 15 главе Иоанна. То же самое он говорит в этом месте. Смотрите. Но Моисей
говорит: «Стойте, увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо и египтян, 13 стих, которых вы видите ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». И теперь я хочу, чтобы ты подчеркнул вот этот стих, 15 стих. «И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли». 15 глава, 16 стих. «Чтобы мы шли». «Чтобы они шли». 15 глава, 16 стих Иоанна говорит то же самое, чтобы они шли. Вы знаете, бывает в нашей жизни, что у нас что-то происходит неправильно, что-то выходит неправильно. Что нам делать в этот момент? Иди. Иди на свою опасность, иди к своей проблеме и не бойся ее. Вы знаете, они шли к морю. Они шли к такой же проблеме, потому что к морю и идти по морю – это безумие. Когда Давид берет камушек и запускает в голову Голиафа, он не просто запускал со своего укрепленного места. Знаете, что он делал? Он бежал на проблему. Он побежал на проблему, которая была. И вы знаете, вы не можете справиться с теми проблемами, если вы не наступаете на них. Поэтому Иисус говорит: наступите, наступайте. Вы должны наступать на те проблемы, которые у вас есть. Некоторые бегут от проблем. Некоторые бегут от семейной жизни, потому что они говорят: я не справляюсь. Некоторые бегут от работы, они не справляются. Почему? Потому что, работа не подходит, время не подходит, и еще что-то не подходит, зарплата не подходит. И вы знаете, а я просто говорю, он боится. Его страх, который внутри его, сковал его. Он стоит и ничего не может делать. Послушай, но Бог говорит: иди, я благословлю тебя. Иди, что ты вопиешь? Хватит вопеть, хватит кричать. Иди, ты будешь плодоносен. Я вложил в тебя семя. Некоторые находятся в страхе. Как мне быть? Вот я приду в церковь, а вдруг не получится. Слушай внимательно. Продолжай ходить. Некоторые сегодня не понимают этого. Некоторые сегодня находятся в том состоянии: иди и делай. Возьми то, что Бог тебе дал, в твою руку. Моисею Бог дал жезл. У меня есть помазание и слово Иисуса Христа. У тебя есть спасение, которым ты можешь распоряжаться. Иди и делай это. Я хочу, чтобы ты был плодоносен. Смотри, я практически проповедовал, но я хочу продолжить чуть-чуть дальше. Смотрите, и сказал Моисей: что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, подчеркни, чтобы они шли. Дальше. А ты подними жезл твой, простри руку твою на море, раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Они пойдут по проблеме, пойдут по тем вещам, которые им страшны были, чего они боялись. И вы знаете, самое интересное, для того, чтобы вот этот народ прошел быстро, это должна быть большой кусок суши. Грязь там была. Там рыбки плавали еще в этой грязи. И они шли по этому. И вы знаете, может быть, они испачкались в чем-то. Но они проходили по этой суше, они выходили из этой суши. И вы знаете, самое интересное, то, что они боялись, самого страшного, это фараона. Они вышли, и они увидели, как фараон, их страх ушел, когда они шли. Вы знаете, когда ты идешь, твой страх уходит. Я помню, когда я поступил на работу, только пришел на работу.
И знаете, у меня страх, я не справлюсь. Какая мама первый раз, когда рожала, думала, что она справится со своими обязанностями матери? Все говорили, я справлюсь, у меня все выйдет. Это первая ночь. До первой, второй ночи. А потом понимаешь, что ой, зачем? Я, наверное, не выдержу. Потом втянулась, в десятые сутки все хорошо. Правда? Чего, и второго можно еще? Не, правда? Не, я... Помощников, да? Мама пришла, бабушка пришла, да, и все нянчат, и ты... А. Не, я вам серьезно говорю, когда ты приносишь плод, когда ты идешь и делаешь то, что ты должен делать, оно проходит. В тебе вложено то, чтобы ты приносил плод. И чтобы плод твой пребывал. Перестань бороться с теми страхами, которые внутри тебя. Начни делать что-то. Хватит бояться. Я не закончу институт. Вы знаете, когда вот этот фараон погибнет, о, когда институт закончил, ты думаешь, а второе высшее, может, даже, да, третье, четвертое. Кто-то не останавливается на этом. Вы знаете, кто-то любит сражение, он идет на это сражение, а кто-то труслив. А боязливых и неверных участь в озере огненном. Почему он обращается к этим? Потому что если ты трус по натуре, знаешь, ты боишься бросить наркотики, ой, я боюсь, ломка будет, перетерпи. Когда твой фараон умрет там, когда твоя проблема умрет, знаете, что Мариам сделала? Трусливая Мариам. Она взяла тимпаны, это вот такой инструмент. Она начала плясать, старушка. Вот почему мы танцуем, вот почему мы пляшем, потому что наши страхи, они убежали, они ушли, они утонули. Когда они перешли в армию фараона, просто всплыли их амуниция, что деревянная была. А остальное все потонуло. Страх ушел. Я хочу сказать, что в твоей жизни страх ушел, когда ты отдал свою жизнь Иисусу Христу. В твоей жизни страх уходит, когда ты отдаешь себя, свою жизнь Ему, когда ты покаялся и сказал, Господь, прости меня, я осознаю, что я грешник, я нуждаюсь в Тебе, теперь я ничего не боюсь, потому что все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. И если Бог за нас, то кто против нас? Вы знаете, Он подведет тебя к пустыне, чтобы твой страх, он стал еще хуже. Он подведет к тебя к морю, чтобы твой страх еще увеличился в 23 тысяч раз. Чтобы сказать тебе, маловерный, ты знаешь, кто я такой? В твоей жизни есть Бог, который может несравненно больше того, что ты просишь, о чем помышляешь. Хватит ныть. И он Моисею также говорит, что ты вопиешь ко мне? Хватит ныть. Вы знаете, есть ноющие песни, они как возле моря стоят. Гробов нету. А расскажу еще одну историю. Они подходят к земле обетованной. Нытье не прекратилось. Бог подвел их к самому большому их страху. Им надо что-то делать. Ну, лень. Хочется, чтобы Бог все сделал. Тут же написано, Бог будет поборать за вас. А тут надо самому что-то. Вставать по утрам. Делать что-то. Ну, и так вставали, да? А тут надо... колоть
воевать, сражаться. И знаете, мы умрем. Они там не умерли. Они не понимают, что Бог за них. Они там не умерли. Чего они должны сейчас умереть? Ты сейчас прошел. Ты справишься с теми трудностями, которые предстоят тебе. Кто-то говорит, мне невозможно это понести. У тебя получится. Я говорю, у тебя получится. Я не выношу своего мужа. Ты перед алтарем это говори. Если ты верила до алтаря, до этого моря, что ты все пройдешь с ним, то умрешь с ним. Понимаешь? И некоторым надо просто пережить это состояние. Твой страх, он преодолевает тебя. Он не дает тебе свободы. Он не дает тебе раскрыться. Ты сосуд Божий. Ты Божий сосуд. И ты можешь пройти все трудности. Просите, и дано будет вам. Ищите. И Иисус нас учит простым, банальным вещам. Но Он говорит, слушай, если ты боязлив, то нечего за мной ходить даже. Я трус. Надо признать это. Знаете, трус не играет. Молодцы, в хоккее знают, да? В хоккее у всех носы вот такие, глаза. Вот один так, другой так. Во лбах у них шайба. Ну и зубов тоже. После каждой игры собирают. Но трус не играет в хоккей. Там надо сражаться, там надо работать, трудиться. Вы знаете, когда тебя Бог выбирает в церковь, служение, Он говорит, слушай, я хочу, чтобы ты перестал бояться. Страх, он не влечет ничего хорошего. Я хочу, чтобы ты приносил плод. И плод твой пребывал. Он избирает израильский народ. Он избирает для одной цели. Для того, чтобы они были носителями того семени. Семя. Одно семя. Они одно семя несли. Иисуса Христа. Чтобы внести это семя в ту землю, в которой оно может произнести. Произвести свой плод. Вы знаете, я верю, что есть место, о котором Бог говорит, что оно будет плодоносным. Есть места, в которых Бог благоволит, просто Он благоволит к этому месту. Определенное время Он говорит, я хочу, чтобы ты был в этом месте, я хочу, чтобы ты был плодоносен. И ты смотришь на это место, кто был в Израиле, тот узнает, ну, плодоносности там. Но Он не об этом семени говорит. Да, там и растет все хорошо, потому что за это молятся, и люди там трудятся. И они поняли, что надо работать и головой, и руками, и всем остальным. Я вам хочу сказать, мы живем в самой лучшей стране, но у нас... Потому что вот эти страхи, как я буду платить, как у меня получится, ой, нас убивают, нас гнетят. Послушай внимательно, кто-то прорвался, у кого-то вышло. Скажи, и у меня выйдет. Бог меня благословит. Я пройду. Иисус Навин. Я знаю, что вы те, которые Иисусы Навины и Халевы, которые войдете в это. И вы знаете, самое интересное, это одно семя, оно есть в тебе. Это семя Иисуса Христа, которое Он дал, спасение. Он вложил в тебя. И Он сказал, я хочу, чтобы ты был плодоносен. Но если ты не умрешь, если твой страх не умрет, ты не сможешь достичь результата. Слушай, что должно умереть во мне? Хватит бояться этого мира, хватит бояться свидетельствовать, хватит бояться говорить. Вы знаете, я в среду проповедовал о помазании, и я советую вам взять эту проповедь, потому что, вы знаете, есть помазание, определенное помазание, в котором
мы должны работать. Бог помазал нас в определенном месте. Библия говорит, что Господь сказал, Иисус сказал, Дух помазал меня благовествовать кому? Ну, богатым хочется лучше благовествовать. Нищие – это те, которые нуждаются. Знаете, лучшая почва какая? Те, которые в нужде. Помазание работает там, где люди нуждаются. Открытие темниц – это те, которые находятся в темницах и которые чувствуют себя в сжатых обстоятельствах. Проповедуй, не проповедуй, пока он свободен, пока у него жизнь, как малина. Я вам хочу сказать, некоторые находятся в заточении. Помазание работает, твое помазание работает. Но нам хочется проповедовать тем, которые не... еще не в темнице. Те, которые душевно богаты, духовно, нам хочется овладеть ими. Их надо отбирать. Знаете почему? Потому что когда египтяне были богаты, то и Бог сказал им, Господь сказал, попросите у них, одолжите у них, заберите у них то, что они должны вам. И знаете, я просто подумал, фараона теперь нет, там армии у него нет, можно и возвратиться. Мы же богаты. Некоторые так и делают. Страх перед тем, что тебя ожидает с Богом, потому что страхи, они ведут тебя в то состояние. Можно ли с теми благословениями, с теми знаниями, с той мудростью прийти обратно? Оно тебя съест, оно тебя разрушит. Невозможно. Если ты думаешь, что ты будешь строить свою семью без Бога, не получится. Ты должен строить именно в том, что ты принял. Помазание работает только в том месте, где ты помазан. Почему израильский народ идет в то место, в Ханаан, в то место, которое должен благословить Бог ради этого семени? Сегодня я понимаю и осознаю, есть место моего благословения, моего откровения. И там, где я получаю это благословение, оно растет, оно развивается. Я умираю, мои страхи уходят, сомнения уходят. И вы знаете, я не понимаю их до конца. Как вообще? Они перешли через Иордан уже. У них не было страха. Знаете, у кого был страх? У Иисуса Навина. Они просыпаются раз на раз у нас. И Бог ему говорит, пошли сохладлядаты. Знаете, что они говорят? Люди там так боятся тебя. Они в таком страхе пред тобой. Нам надо увидеть, насколько Бог наш велик, насколько его сила в нас, потому что мы часто настолько свыклись с тем состоянием, что Бог за нас, Он в нас, аллилуйя, слава Богу, что эти страхи, они подкрадываются незаметно, и мы начинаем бояться. А вдруг это не получится? А вдруг не выйдет? Уже ты руководишь целым народом. Но он боится. Он не боялся, что его убьют. Толпа евреев пыталась убить его. Иисуса Навина и Халева. Знаете из-за чего? Из-за того, что они говорили противное. Что эта земля хорошая. Ну и ничего, что там большие люди. Мы их побьем. У нас получится. У них страха не было. Слушай внимательно, твой страх ты должен побороть сам, ты должен научиться бороться с этим страхом, но есть Бог, который может тебе помочь в этом, когда ты будешь молиться, Он пошлет тебе соглядатаев, Он пошлет тебе тех людей, которые расскажут, что в той земле боятся тебя больше. Твой Бог намного больше. Скажи, мой Бог больше того, кто в мире. Слушай,
Я говорю о бизнесе. Некоторые люди, которые пытаются начинать что-то в своей жизни, они говорят, да ничего не выйдет, ничего не получится. Посоветуйся с друзьями, они говорят, да не выйдет у тебя ничего. Есть бесстрашные. Но и у них страх появляется. Может бросить все, может оставить все. И Бог посылает тебе каких-то ненормальных людей, таких же, как ты. Не бойся. И он говорит, не бойся. Эти соглядатые приходят. И вы знаете, самое интересное, там женщина была, которая засвидетельствовала им, которая сохранила их, которая оберегла их. Они могли не вернуться домой. Я не знаю, что бы тогда с Иисусом Навином произошло. Но она оберегла их. И знаете, кто эта женщина была? Она вообще была ужасная женщина. Она была блудница. Она говорит, а я знаю с вами Бог. Вы знаете, часто Бог говорит через таких людей. Которые нам кажутся вообще не Божьи. Бог дает нам силу через тех людей и подкрепляет нас. Они чуть-чуть не умерли, они чуть-чуть не лишили жизни, она спасла их по одной причине, потому что Бог борется с твоим страхом, его надо умертвить. Я вам хочу сказать, есть то, что боролся Иисус. С чем боролся Иисус в Гефсиманском саду? Это не то, что называется грехом твоим. Он поборол его на кресте со своим страхом. А вдруг не выйдет? Весь мир обрушился на него. Весь дьявол, все бесы обрушились на него. А вдруг ты не пройдешь? А вдруг не получится? Страх. Он тебя парализует, он не дает тебе мыслить адекватно, он не дает тебе правильных решений, страх не дает тебе силы, не дает тебе помазания, он не дает исполнить ту волю, для которой ты призван. Я хочу, чтобы мы избавились от этого. Что мне делать? Встань и иди. Встань, начни делать то, что ты должен делать. Встань, начни проповедовать, встань, начни служить тем, кому ты должен служить. Встань и начни исполнять волю Божью. Сборись со своим страхом. Вы знаете, кто оцепенел, остался, не удел, но кто начинает дело, тот благословен. Страх не производит ничего. Вы знаете, все великие люди, они боролись с определенными страхами в своей жизни. Или были бесстрашны. Македонский. Но этот вообще был бесстрашный. Ниневия была захвачена Александром Македонским. Знаете как? А? Да. Тир, я извиняюсь, Тир. Тир. Исаия говорил о Тире, что он будет разрушен, не останется камня на камне. Македонский, он был настолько уперт, настолько тверд в своих решениях. У него были идеи, которых не было у других людей, и он был бесстрашен. Почему он достиг такой империи? Почему? Вы знаете, люди жили на острове, они обитали на острове. Когда приходила война в их дом, так у них был материк, они там росли, они там выращивали коз, овец и все остальное. У них все было, но на острове у них были обширные запасы. У них был флот, у них были корабли, и они ездили куда хотели. И тут кто-то приходит в их дом, они все свои пожитки забирают на этот остров, и все у них хорошо. Они переждали 3 года, 4, 5 лет, они торгуют пока, занимаются торговлей, рыбной ловлей, занимаются своими делами. Ну, у них все хорошо. Приходит Александр Македонский, и его возмутило, что они не хотят платить ему дань. А они должны были платить Римской империи дань.
И знаете, что происходит дальше? Он говорит, я построю дорогу к этому острову. И вы знаете, он начинает разбирать дом за домом, для того, чтобы построить эту дорогу. Это не была дорога, там теперь полуостров. Он достиг своей цели. Знаете почему? Хотя его угрожали, хотя его говорили, ты не достигнешь, у тебя ничего не выйдет, у тебя ничего не получится. Но если ты пытаешься что-то делать в твоей жизни, может, у тебя есть твои страхи, твои сомнения, внутренние страхи. Бесстрашные люди способны на подвиги. Мамы, папы, они способны на подвиги. Я вам хочу сказать, страх – это то, с чем борется Господь в вашей жизни. Начни бороться с этим страхом. Что нужно делать? Пойди, чтобы вы шли и приносили плод, чтобы вы шли. Некоторые сегодня не могут это осознать, не могут понять, но для того, чтобы победить свой страх, тебе надо примириться с некоторыми людьми. Тебя тревожит, знаете, злоба, обида на какого-то человека. И ты не можешь первым сказать, прости меня. Это страх. О, может, гордыня, еще что-то. Оно исходит из одного, источник один. И вы знаете, страх, он не дает тебе. А вдруг он меня не простит? Как я буду выглядеть? Какая разница, как я буду выглядеть? Главное, Господь со мной. Он будет бороться за меня. Он будет воевать вместе со мной. Он победит. И вы знаете, у меня есть определенные страхи. Я хочу вам пример такой привести. Давид и его помазание, оно работало, когда он воевал. У него лучше всего получалось воевать. Он помазан на войну был. Да? Но когда его пригласили во дворец играть, о, помазание работает. Нет, это не помазание, он говорит. Когда он пришел на войну, побил Голиафа, женился уже, помазание сработало. Нет, это еще не помазание. Знаете, сколько его раз помазывали? 3. Над одним, над вторым, над третьим. Каждый раз помазание работает. Но помазание работает только в том, для чего ты призван. Призван быть матерью? Призвано быть отцом? Наоборот. Призван быть бизнесменом? Пастырем, служителем. И оно работает в твоей жизни. У кого-то это не выходит, у кого-то страх, сомнение, не получается. Я помню, как мы открывали, пытались открыть реп-центр. Все мне говорили, да у вас ничего не выйдет. Один Алексей говорил, надо уже, пора. Пора уже, пастырь, давайте. И я между двух огней. И приходится спрашивать у Бога в тот момент. И ты спрашиваешь, Господи, что мне делать? Денег нет, ничего не могу, ничего не получится. У меня столько страхов. Он говорит, я благословлю. Я благословлю. Ты иди и делай. Иди и делай. Иди и делай. Скажи, иди и делай. Мы должны делать то, что, для чего призваны. Когда мы начинаем тормозить, значит, страх в нас работает. О, некоторые вещи надо затормозить, когда люди... Но Бог не тормозит людей. Без страха, без сомнения, с верой. Мы сейчас будем молиться.
мы переходим к причастию. Иисус умер на кресте, чтобы твой страх был побежден. Он победил всякий страх. Он победил всякое сомнение. Чего ты боишься в своей жизни? Что у тебя не выйдет? У тебя не получится бросить? У тебя не получится оставить что-то? Грех? Он умер за твой грех. Как ты думаешь, кому тяжелее было? Чего ты боишься? Иисус не боялся умирать за тебя. У него не было страха. У него не было сомнения, что у тебя выйдет, что у тебя получится. Сегодня, сейчас время благоприятное. Ты можешь просто сказать в своем сердце, можешь сказать в себе, можешь сказать внутри себя: я хочу перемен, я буду двигаться вперед, я буду идти и исполнять твою волю. Вот поэтому меня тянет сюда. Вот поэтому мне хочется быть среди таких же безумных, бесстрашных людей, которые исполнены Духа Святого и силы. Противоположность страха – сила. О, боязнь? Нет. Сила. Сила. Бог хочет благословить вас. И давайте откроем Коринфянам. Кому-то я сегодня проповедовал. Для кого-то это было как откровение, а для кого-то это было воспоминание того, что у вас было раньше. Вы были бесстрашны. Вы были бесстрашны. Но вас сковал страх. И вам надо возвратиться на то место, где Бог начинает действовать в твоей жизни. Снова Бог. Дать Ему возможность. Скажи: у меня будет самая лучшая семья. У кого-то уже самая лучшая семья. За это надо сражаться. Слышишь? За все надо сражаться. И Бог любит бесстрашных. Бесстрашных. Не сомневающихся. Людей без сомнения. У меня будет самый лучший бизнес. У меня будет самая лучшая работа. У меня будет самое лучшее. Страх сковывает меня и говорит: я не потяну. Если Бог тебя благословил, то получится. 23 стих. 1 Коринфянам, послание 11 главы. Я от самого Господа принял. Бесстрашный Павел пишет. Вы знаете, что Павел не имел страха никакого? Его били камнями, побивали палками. Он вообще ничего не боялся. Он знал, что Бог с ним. Я от самого Господа принял, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую принял, который предан был, взял хлеб. Причастие было до смерти. Он уже знал, что произойдет. Он шел туда целенаправленно. Он хотел исполнить волю Божью. Они не осознавали, что они делали. Вы знаете, некоторые сегодня и сейчас не осознают, когда они вкушают хлеб. Но я хочу, чтобы вы осознали то, что вы делаете. Потому что Иисус в ту ночь был предан. Он уже был готов к этому. Он боролся с некоторыми вещами в своей жизни, но он был готов к этому. Сегодня твоя жизнь, она зависит от этого хлеба. И я вам хочу сказать, если ты сегодня с чем-то борешься, то когда ты возьмешь этот хлеб, ты предаешь себя ради того служения, ради того дела, в которое ты призван. Ты отдаешь свою жизнь. Ты отдаешь свою жизнь. Ты вспомни, ты соединяешься вместе с Ним в подобие смерти. Ты соединяешься снова и снова в подобие смерти. Ты соединяешься с Богом. Когда ты вкушаешь хлеб и пьешь кровь, ты соединяешься с Богом. Твой страх Он забирает.
Он понес наши немощи, наши болезни. Он забирает все, что есть в твоей жизни. Смотри внимательно. Возблагодарил, преломил и сказал: примите, идите. Это тело мое за вас ломя. Сие творите в мое воспоминание. Вспоминайте обо мне, потому что я тот, который не имел ничего, не имел в этом мире, но я умер ради вас. Страх. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб и пьете сию чашу, смерть Господню возвещайте. Мы не возвещаем жизнь. Но я знаю, когда семя умирает, оно не останется одно. Правда? Если я умру, я буду... Нас будет много. Но если я не умер, я боюсь. Страх. Семя умирает. Мы смерть Господню возвещаем, доколе Он придет, чтобы и мы научились умирать для себя, для своих каких-то переживаний. И вы знаете, после этого причастия ты не должен делать то, что ты делал раньше. Ты не должен творить то, что ты делал раньше, потому что Господь умер за это. Смотри внимательно. И Он дал тебе то же самое, чтобы и ты научился умирать ради Него. Скажи: я умер вместе с Ним. О, я не по-настоящему умер. Я умер как бы понарошку. Не по-настоящему. Я живу им. Но мои желания теперь Его желания. Мои мысли теперь Его мысли. Мои планы Его планы. И если это что-то не входит в Его планы, то и в мои тоже не входит. Потому что некоторые планы планировали без Него. Что-то мы думали и мечтали без Него. И Он говорит сегодня. Также и чашу после вечери сказал: сия чаша есть Новый Завет. Скажи: Он завещал тебе свою жизнь. Новый Завет в Его крови. Он завещал свою жизнь, потому что жизнь находится где? В крови. Я хочу сказать, чтобы ты понимал, Он завещал свою жизнь тебе. И Он говорит: слушай, проживи ее хорошо. Проживи, чтобы мне было приятно за тебя. Чтобы мне было, чтобы я был удовлетворен тобой. Новый Завет в Его крови. Он желает, чтобы я, когда вкушаю этот Новый Завет, отождествлялся в Его жизни. Теперь не я живу, а Иисус. Также и чашу после вечери сказал: сия чаша есть Новый Завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. Снова Он говорит: вспоминай обо мне, вспоминай обо мне, вспоминай обо мне, вспоминай обо мне, вспоминай обо мне. Я прошел это, и ты пройдешь, и у тебя выйдет. Я тот, который был впереди, я тот, который сзади, я объемлю тебя, я Бог твой. Смотри внимательно, Он говорит: и всякий раз, когда вы едите хлеб сей, пьете чашу, смерть Господню возвещает, доколе Он придет. Поэтому, кто будет пить и есть недостойно, виновен будет против. Он виновен будет против. Тело против крови. Что значит недостойно? Не размышляя о том, что Он содел, не размышляя, что Он дал тебе эту возможность прожить Его жизнь, не размышляя о Его жизни. Некоторые сегодня в таком состоянии, они боятся. Они живут своей жизнью. Они живут своими размышлениями. Выйди из этого страха. Выйди, сойди в то место, которое Он говорит. Начни делать то, что Он говорит. И я вам хочу сказать, твоя жизнь, Новый Завет в Его крови. Это завет с Ним, который заключаешь ты лично. Если ты не рассуждаешь об этом, ты виноват. Ты виноват, не я. О, Он заключил. Он хочет иметь завет с тобой. Он хочет завещать свою жизнь тебе. И Он хочет, я хочу, чтобы ты прожил ее достойно.
поэтому виновен будет, да испытывает же себя человек. Кто должен испытывать? Не пастор вас, не сосед меня. Кто должен испытывать себя? Что значит испытывать? Это проходить через какие-то трудности, переживания внутреннего сердца. И тогда есть и пить. Потому что когда я каюсь, переживаю за что-то, я оставляю что-то. Дал свою жизнь за меня, и мне теперь не страшно. У меня нету страха, у меня нет сомнений, что Он это соделал. Мы сейчас будем поклоняться, молиться за причастие.